Ребят, настоятельно рекомендую сайт raid.guru. Здесь есть каталог героев со всевозможными фильтрами, каталог кланов, локаций с гайдами. И нет навязчивой тупой рекламы. Ссылочка будет в описании raid.guru. Заходи. Всем привет, ребят! Вы на канале TK Spati, я TK. И у нас гарант под КВ после слияния. То есть, когда у нас осколков очень мало, и плюс у нас войда в эту пятницу. Давайте обсудим. У нас два героя. Это Дуйдан и это Ния. Вот это вот, дриада Ния. Хочу сказать, что герой Дуйдан зайдет только новичкам и подвойной фракцией. Как саппорт новичкам и подвойной фракции. Ния же заходит на гидру, воины фракции, ну и в принципе все, но она годна для старичков, потому что гидру фармят как раз старички. Цена вопроса 40 синих и, соответственно, 30 войдовых. Первое, 40 синих без x2 для новичков, это, ну, на мой взгляд, для развития аккаунта смертельно, близко к смертельному. Многие, как бы, новички сейчас уже знают, что есть x2, вот, и надо вот копить синий под x2, ребят. Либо под какие-то гаранты, которые там, не знаю, у нас было 7 войдов на ХС-ку. И 30 войдов на вот, ну, то есть, чтобы гидру пофармить. Миллиончик другой набить, если новичку, да. Вот, ну, какое-то сомнительное такое мероприятие. В общем, этот герой, насмешка так себе. Сам саппорт так себе, то есть средненький эпик, средненький, даже я бы не назвал его добротным. Вот Ния — это добротный эпик, скорее всего шансы, ну не как у Мадам Серис, но заниженные. И тут вопрос как бы для старичков. То есть все это событие для того, чтобы не просто так сгорали осколки на КВ, вы же понимаете. То есть сегодня те, кто фармит КВ, клановые войны, они будут синие открывать, завтра они будут войдовые. Все остальные... Пожалуйста, ждите x2 под синие и ждите в эту пятницу, уже чуть-чуть осталось ждать, x2 под войды. Просто у вас пытаются вытащить камни под предлогом клановых войн, да еще и без личных наград. Скипайте нахрен это слияние, фракция через полгода. Направляйте все свои силы на закрытие войн фракции, забирание Лидии. У вас целых полгода еще, чтобы ее закрыть. Этого хватит. Не тратьте ресурсы на вот этих лесных эльфов в духе леса. В общем, вас байтят на осколки, чтобы вам сложнее было играть и, как всегда, донатить, чтобы закрыть войны фракции до ввода новой фракции официально. Как-то так. Жду вопросов в комментариях. Все полезные ссылочки в описании к видео. Не забывайте про сайт raid.guru, телега, ВК. В общем, везде подписывайтесь. Еще куча годных видео будет на этом канале по Raid Shadow Legends. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Вопросы в комментариях я отвечу. Ребят, стример набрался опыта и готов предложить свои услуги. Первое — это любые услуги по Raid Shadow Legends. Это там прохождение подземелий, КБ, советы, просто обзор аккаунта. Цены будут очень доступны, они будут на raid.guru, в моем сайте. Для новичков, кстати, очень советую. И вторая услуга — это покупка доната с помощью карты из другой страны. Я себе ее завел, могу помочь за очень небольшой процент. Это просто как помощь для игроков СРФ, кто не может купить себе донат. Спасибо за внимание.